Привет всем, кто зашел на мой канал. Ну и сегодня я хочу порекомендовать один канал. Это Ольна Мама Даниэль. Отличный канал. Если вы что-то хотите знать про Италию, то вам на этот канал. То есть активный подписчик, интересный канал. Ну и порция анекдотов для этого канала. То есть два священника идут по автостраде и ставят шильды. Остановись, пока не поздно. Это уже конец. Конец близок, короче. Ну и дальнобойщик едет им в окно. Гребаные сектанты, пошли нафиг, короче. Летит и там бум-бум, короче, разбился насмерть. А это второй ему говорит: слышь, ну я же тебе говорил, можешь просто написать: мост поломан, остановитесь, короче. Ну это второй анекдот. Байкер, короче, въехал в 600-й Мерс, там братки такие, сидят, все такое. Ну байкер думает: ну все, уже вляпался. А помирать так с музыкой, что еще делать, блин. Все равно прибьют, короче. Достает биту и давай еще этот 600-й Мерс долбить, короче. Все стекла разбабахал, фары разбабахал. Кто вылазил из окна, короче, по морде битой. Братки не вылазят. Он сел на байкера, уехал, короче. А эти братки сидят и говорят: слышь, а ты прикинь, если бы мы в него врезали, что бы было? И следующий анекдот. Ну, Пасха намечается, дети, короче, набрали яиц, покрасили яйца, родители, дети набрали, давай прятать в огороде везде, короче. Все попрятали, везде поразложили, а петух ходит, короче, и смотрит на эти яйца, смотрит. Говорит: блин, я точно говорю, павлину уже пора рожу бить. Ну, это тоже в школе идет, ну, кризис, все такое, и в школе, ну, идут занятия. И ученица спрашивает класса: ну кто принял, ну кто какое, короче, при кризисе, какое решение в семье принято, чтобы экономить, все такое. Одна встает и говорит: мы решили есть меньше мяса, чтобы экономить. Второй встает и говорит: а мы решили поменьше квартиру снять, чтобы экономить. Ну а Вовочка встает, короче, говорит: а мы мамку нахрен выгнали. Это говорит: зачем? Ну, говорит, зачем? Сиська мне не нужна, у отца уже не стоит. А кормить ее для соседа, ну его нафиг надо. Ну и напоследок анекдот про осеннюю депрессию. Мужик говорит: слушай, вот у моей жены осенняя депрессия. Уже третий день. Дожди идут, у нее осенняя депрессия. Если депрессия не кончится, я в конце концов и впущу ее домой. Нефиг ей на улице стоять. Ну а кому понравилось, подписывайтесь на канал Ольна Мама Даниэля. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну и удачи всем. Пока.